Сегодня 16 декабря. Прогулялся по парку. Хорошая погода. Сейчас приду домой, смонтирую то, что получилось снять. В принципе, считаю, что день хороший сегодня. Ладно. Цель была выйти из дома наконец, а то сижу. Ну, я ходил рисовать вчера, но по парку не гулял. Сегодня прогулялся. Немножко по парку, так что, в принципе, да, доволен. Сейчас сделаю монтаж, когда приду домой. Сегодня 16 декабря, четверг, решил прогуляться по парку. В парке народу немного, играет музыка. Просто пройдусь. День независимости, сегодня праздник. По сути дела, праздник он такой грустный, потому что 10 лет назад были события очень страшные. Расстрел протестующих в Женевой зиме. Люди-то об этом помнят. По сути дела так. Стараются не вспоминать, хотя как не вспоминать, люди-то помнят. Ладно, пройдусь. Хотел посмотреть на озеро. Чуть-чуть. Ладно. Мороза нет. Минус 8, наверное. Ладно, идти неудобно со смартфоном в руке. Ладно, пойду. Каток залили. Люди катаются хорошо. Музыка играет. Так, ладно, чуть-чуть еще пройдусь. Все. Хорошо залили, кажется. Так, ладно, пойду. Чуть-чуть снял, пойду. Решил снять еще с этого ракурса. Здесь вид немножко другой. Ну, вроде неплохой лет. Сейчас я еще пройдусь. Уже не вспомню, когда я последний раз катался на коньках. Давно, давно. В школе, когда учился. Все. Погода хорошая. Легкий ветерок. Небольшой морозец. Ладно, пойдем.